Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости нашего канала. Сегодня у нас с вами гороскоп на 29 сентября 2020 года. День недели будет вторник, и по традиции мы начинаем с лунного календаря. Сегодня 12 и 13 лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Рыбы. Сегодня можно смело строить планы на ближайшие месяцы и закладывать фундамент стратегии, рассчитанной на отдаленную перспективу. Держите эмоции под контролем. Сегодня возможны разногласия в коллективе и ссоры по мелочам между влюбленными. Гармонизировать чувства и разум поможет голубой цвет в одежде и амулеты с натуральным рубином. Поддержка родственников и единомышленников подарит дополнительную энергию и стимул к реализации амбициозных задумок. Именинники сегодня – Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Сергей и Людмила. Далее, друзья, у нас с вами общий гороскоп на 29 сентября 2020 года. Первая половина дня будет достаточно сложной для всех. В это время могут обостряться многие давние разногласия. Портится отношения с людьми, которых вы прежде отлично понимали. Конкурентная борьба становится особенно острой и не всегда ведется честными методами. Участие в совместных проектах часто приносит больше волнений и переживаний, чем реальной пользы. Постепенно влияние позитивных тенденций усиливается, и вторая половина дня проходит заметно спокойнее первой. Также сегодня возможно удачное стечение обстоятельств, благодаря которому решится тревоживший вас финансовый или даже имущественный вопрос. Далее у нас с вами гороскоп для каждого знака зодиака на 29 сентября 2020 года. Мы начинаем, друзья, со знака зодиака Овен. Уважаемые Овны, сегодня не самый благоприятный день для вас, но в начале его, этого дня, у вас будет шанс достичь успеха. Можно взяться за какие-то сложные дела и постараться найти единомышленников и союзников. Не исключено, что завяжутся новые знакомства, которые вскоре окажутся полезными для вас. Не всегда сегодня удается произвести хорошее впечатление. Сделать это будет проще, если вы будете искренни и не станете выдавать себя за кого-то другого. Стоит побывать сегодня на семинарах, лекциях и других мероприятиях, где можно узнать нечто новое. Во второй половине дня желательно сократить физические нагрузки. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Телец. Уважаемые Тельцы, сегодня у вас противоречивый день. Проблемы возникают чаще, чем обычно, зато есть шанс сегодня добиться значительных успехов. Не исключено, что придется вступить в схватку с сильным противником. Не рассчитывайте на то, что он будет поддаваться вам. Вам придется приложить максимум усилий, чтобы выйти победителем. Вероятно, денежные сегодня поступления. Они могут оказаться скромнее, чем вы предполагали, но все же позволят вам сделать удачные покупки. Не стоит сегодня давать деньги в долг. Они вряд ли вернутся к вам вовремя. Нежелательно сегодня обсуждать свои финансовые дела с кем-то бы ни было. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Близнецы. Уважаемые Близнецы, у вас сегодня благоприятный день, и этот день благоприятен для того, чтобы учиться чему-то новому, собирать информацию, которая в скором времени вам может пригодиться. Среди тех, кто вас окружает, есть люди, чей опыт может оказаться полезным. Поэтому сегодня не стесняйтесь задавать свои вопросы. В деловой сфере открываются новые перспективы. Не исключено, что вам предложат сотрудничество на выгодных условиях. Постарайтесь держать обещания, которые раньше дали близким людям. Иначе избежать обид вряд ли вам удастся. Вторую половину дня стоит посвятить спокойному отдыху. В это время лучше избегать перегрузок. Они могут спровоцировать головные боли и бессонницу сегодня у вас. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Рак. Уважаемые Раки, сегодня у вас благоприятный и плодотворный день. Вы чувствуете прилив сил и энергии и понимаете, в чем можно добиться успеха. Поэтому прислушайтесь к подсказкам интуиции. Они помогут избежать вам рабочих проблем и принять верные решения. Не исключено, что вас поддержат люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. А вот недавние соперники могут стать для вас надежными союзниками. Останется достаточно времени для семейных дел и общения с близкими людьми.
Сегодня можно принимать гостей, все отлично смогут провести время с вами и найдется даже о чем поговорить. Также сегодня и вероятны новые знакомства, которые получат романтическое продолжение и, возможно, даже приятные сюрпризы. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Лев. Уважаемые львы, пожалуйста, сегодня не торопитесь. В первой половине дня возможны трудности и недоразумения. Не все будет идти так, как вы задумали. Не исключены разногласия на работе и дома. Достичь компромисса вам окажется сегодня нелегко. Постепенно влияние позитивных тенденций усиливается, и вы чувствуете поддержку звезд. Вторая половина дня подходит для того, чтобы проявить инициативу в делах и поделиться своими идеями и планами. Это время хорошо подходит для общения с друзьями и другими людьми, которые разделяют ваши интересы. Сегодня могут напомнить о себе старые знакомые, и вам будет приятно общаться с такими людьми. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Дева. Уважаемая Дева, у вас сегодня довольно сложный день. Вам предстоит принять важные решения. Нужно сосредоточиться, изучить и обдумать сложившуюся ситуацию. Но возможность для этого есть, конечно же, не всегда. В работе можно положиться на интуицию, и ее подсказки сегодня безошибочны. Даже если вам не хватит знаний и опыта, вы не допустите серьезных ошибок. А вот в личных отношениях не все столь гладко. Тут вам не всегда удается правильно оценить и ваши собственные поступки, и действия других людей. В любом случае, лучше не торопиться сегодня с решениями, а тем более с их воплощением в жизнь. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Весы. Уважаемые Весы, это не самый благоприятный день с точки зрения работы. Вероятно, сегодня задержки в делах, то, что было запланировано раньше, возможно, вам придется отложить. Также могут сегодня разочаровать люди, на помощь которых вы рассчитывали. Зато есть шанс найти новых союзников. Вы сегодня способны многих заинтересовать своими идеями и планами. И не исключено, что отношения, которые начинались как деловые, вскоре примут романтический характер. Новые знакомства обещают быть приятными. Вы не ошибаетесь в людях и всего за несколько минут можете составить верное представление о каждом человеке. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Скорпион. Уважаемые Скорпионы, у вас сегодня благоприятный день с профессиональной точки зрения. Вы сегодня можете добиться больших успехов в работе. Вам во многом везет, и часто обстоятельства складываются самым удачным образом, и от вас требуется лишь оказаться в нужное время и в нужном месте. Появляются сегодня и хорошие идеи. Можно обсудить их с единомышленниками, не откладывая. Вы наверняка получите сегодня поддержку. Также сегодня не исключены и романтические сюрпризы, и какие-то приятные неожиданности. Вторая половина дня подходит именно для творчества. Сегодня у вас может появиться много хороших идей, и вы вскоре воплотите их в жизнь. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Стрелец. Уважаемые стрельцы, достичь головокружительных успехов вряд ли вам удастся. Но в целом вы будете довольны тем, как складываются обстоятельства именно сегодня. Сегодня можно встречаться с людьми, которые разделяют ваши интересы, и даже договариваться о совместных действиях. Не исключено, что вы получите помощь, на которую даже не рассчитывали. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут со временем принять дружеский или романтический характер. Здесь вы можете полностью полагаться на интуицию. Она не подводит даже в мелочах. Напомнит о себе и давние знакомые, и у вас сегодня будет возможность восстановить какие-то старые связи. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Козерог. Уважаемые козероги, на этот день лучше не планировать сложных и утомительных дел. Скорее всего, справиться с ними вам окажется гораздо труднее, чем вы ожидали. Также не исключены разногласия с людьми, которые прежде поддерживали вас во всем. Отношения могут испортиться, и вам придется потратить немало времени, чтобы восстановить их. Также это не лучший день для того, чтобы договариваться о чем-то важном. Сегодня благоприятна финансовая картина, которым и даже некоторым удастся заметно пополнить свой бюджет. Сегодня будет шанс заключить выгодные сделки, и не исключено, что вы получите деньги из неожиданного источника.
Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Водолей. Уважаемые Водолеи, сегодня важно сохранять самообладание. Только так и можно добиться успеха. Также сегодня возможны незначительные разногласия на работе и дома. И чаще обычного появляются поводы для споров. Но конфликтов вы не допустите. Вовремя пойдете на уступки, если это потребуется. Не исключены и неожиданные встречи с людьми, которые когда-то были важны для вас. Сегодня будет возможность восстановить отношения, но вряд ли вы этого захотите. Общение с близкими может даваться вам несколько труднее, чем обычно. Вам порой кажется, что вы что-то скрываете и не хотите делиться своими секретами. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Рыбы. Итак, уважаемые Рыбы, вам сегодня придется потрудиться, чтобы достичь успеха. На пути будут возникать серьезные преграды, и не всегда преодолеть вам удается с первой попытки. Поэтому сегодня, пожалуйста, проявите настойчивость. Возможны и напрасные расходы. Они незначительные, но и также обидные могут быть финансовые потери. Но не стоит в этот день принимать решения, которые будут касаться денег и имущества. Здесь важна разборчивость в контактах. К сожалению, сейчас вы склонны доверять людям, которые этого совсем не заслуживают. Поэтому стоит сегодня прислушаться к советам тех, кто хорошо вас знает и уже не раз выручал вас в трудные моменты. Друзья, вот такой у нас с вами гороскоп на 29 сентября 2020 года для каждого знака зодиака. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, и мы услышимся уже в следующем видео.